Всем привет, с вами Skiff Music, меня зовут Алексей, в моих руках инструментальный кабель от компании Ernie Ball. Ernie Ball – одни из крупнейших в мире производителей аксессуаров для музыкантов на любой вкус и цвет. С ними сотрудничает много мировых звезд, это уже говорит о высоком качестве их продукции. Давайте один из их аксессуаров рассмотрим более подробно. Это инструментальный кабель в твидовой оплетке. Она очень надежная и прочная, защищает кабель от заломов и делает его более долговечным. Плюс за счет своей яркой расцветки такой кабель будет заметен, даже если вы играете на темной сцене. По разъемам здесь все достаточно стандартно. Джек 6,3, прямой и угловой. Прямой подключаете в усилитель, угловой подключаете к гитаре, и он не торчит у вас из гитары и не мешается при игре. Длина кабеля 7,5 метров. Этого более чем достаточно, чтобы комфортно передвигаться по сцене или реп-точке. Поэтому можно бегать с гитарой по сцене и не беспокоиться, что вам не хватит длины кабеля. Также здесь есть вот такая вот липучка. Можно компактно скрутить кабель, зафиксировать его этой липучкой, чтобы он не путался, и убрать в чехол для гитары, чтобы он компактно там лежал и не занимал много лишнего места. Кабели Ernie Ball обладают отличным качеством проводимости сигнала без лишних фонов, шумов, провалов и потерь. Ну и, конечно, это необходимый аксессуар для любого гитариста, поэтому если вы играете на гитаре или у вас есть друзья-гитаристы, такой кабель может стать отличным ярким подарком. Скорее беги к нам за качественными кабелями и помни, гитары – это про счастье.